Большое спасибо организаторам. Замечательная команда друзей приехала к нам. Очень интересно пообщались, обменялись мнениями. Мы показали какие-то свои наработки, коллеги показали свои наработки. Было очень продуктивно, новые знакомства. До новых встреч. Спасибо всем. Прекрасно организованный курс, охватывающий большую широкую тему, такие как доброкачественные, злокачественные опухоли прямой кишки. Собрали нас здесь не только онкологов, но и колопроктологов. Посмотреть на, можно сказать, уникальную методику трансанальной эндомикрохирургии, трансанального иссечения опухоли. Все прошло в такой дружеской обстановке, путем живого общения, чего нам очень не хватало в ковидные годы. Поэтому хочется ездить на такие курсы, общаться, обмениваться опытом с коллегами из других регионов. Хотел поблагодарить фирму Шторц за прекрасную организацию учебного процесса. Также хотелось бы отдельно поблагодарить за сам процесс обучения заведующего колопроктологическим отделением. Несмотря на то, что сам занимаюсь данной патологией, опыт небольшой, но очень много получил знаний, вплоть до мелочей, от А до Я, как говорится. Плюс пообщались по самой онкологии, по тактике ведения больных, что немаловажно, предоперационная подготовка, ну и так далее. В общем, все на высшем уровне. Спасибо всем большое. С большим удовольствием принял участие в образовательной программе «Онкоакадемия» на базе отделения колопроктологии онкологического центра имени Блохина. Дружелюбные отношения, приятный коллектив. Также хочется поблагодарить организаторов и спонсоров данного мероприятия. Большое спасибо.